Нальчикский молочный комбинат во второй раз подтвердил соответствие требованиям Росстандарта. Документ, выданный Всероссийским НИИ сертификации, удостоверяет безопасность продукции и отсутствие в ней генно-модифицированных организмов. Выездная комиссия федерального ведомства рассмотрела более 100 параметров. При несоответствии хотя бы в одном пункте в сертификации могли отказать. Ассортимент выпускаемой здесь продукции достаточно обширен. В эти дни комбинат участвует в московской выставке «Продэкспо-2014», которая не первый год становится одним из главных событий для агропромышленной отрасли страны.